Всем привет, меня зовут Виктория, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами делаем цветок. Цветок я такой уже делала и повторю его в других оттенках. Как я буду делать, вы уже в конце видео поймете, что это был за цветок. Но похожие копии у меня никогда не получаются своих цветов. Номера у меня бумаги будут зеленые, это у нас номер 558. Это вот этот ярко-зеленый, розовый 17А3, это новый. И номер 600 белый. Три цвета. Два цвета мне нужны для цветка самого, это для стебля и чашелистиков. Ну что, а еще нам нужны ножницы, клеевой пистолет, две фольги у меня, они вот такие, я уже обертки сняла, я из них сейчас из двух прям сделаю шар. И основание воспользуюсь вот этой вот втулкой из-под этой фольги. Ножницы, клеевой пистолет, клеевые заряды. Ну что, я делаю шар и к вам возвращаюсь. Ножку я сделала для цветка, самого цветка, шар тоже. Я закрепила все прочно, чтобы все держалось, залила туда очень много клея. Теперь мы с вами будем делать сам цветочек. Отрезаем с вами полоску примерно 10 сантиметров. Вот такой будет достаточно, можно даже 7 сантиметров. Чем меньше у вас будут полоски, тем больше у вас будет лепестков. Делим с вами эту полоску на 4 равные части. И будет у нас 3 лепестка. И один квадратик оставляем для того, чтобы закрыть. Мы его растягиваем. И вот эти мы будем приклеивать на серединку шара. И 3 у нас будет лепесточка. Лепесточки будут как в пион. Вот такой формы. И обрезку будет у нас мало. Так. Сейчас я проверю лепестки. Угу. Где-то просто у меня квадрат не получился. Получился квадрат, точнее. И этот тоже вот немножко не получился. Теперь мы с вами берем и весь рулон мы делим с вами на режем по 10 сантиметров полоски. И будем с вами их приклеивать. Вкручиваем вот так вовнутрь. Приклеиваем серединку вот сюда. Сейчас я приклею, к вам вернусь. Вот так вот это выглядит. И теперь приклеиваем с вами в серединку 3 лепестка. 8 полосок. И теперь все вместе, грубо говоря, можно нарезать 10 полосок по 10 сантиметров. Разделим их на 4 части. И это у нас будет первые ряды лепестков. Следующие 10 полосок мы с вами будем делить на 3 части. И все остальные остатки рулона мы делим с вами 10 сантиметров одна полоска. И делим ее на 2 части. И второй рулон также на 2 части. Все. И собираем с вами. Из оставшегося рулона, который у нас осталась половина, мы с вами будем делить, отрезать по 10 сантиметров. Где ножницы у меня? Вот они. Полоску отрезаем 10 сантиметров из всего оставшегося рулона. И
И складываем на три равные части. И делаем также каплевидную форму. У меня есть уже такое видео на канале, поэтому я не буду показывать близко. И также вокруг, опускаясь ниже, не нужно заходить выше, чтобы он торчал, а наоборот, опускаемся ниже и клеим также по кругу, расширяя бутон. И со всего оставшегося рулона я сейчас вырежу такие лепестки и буду клеить дальше. А уже розовый рулон я буду делить весь целиком.